Ты тоже им хочешь посмотреть? Блин. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going, and remember where we've been. Давай, Лёх. Сходи, ну где тут у вас? После такой вечеринки очень хочется покушать. И мне вот очень. У меня счет это нравится. Давай, Илюх. А? Играй. Давай. Вот какая-то подстава есть. Вот так вот ребята развиваются в пятерочке. Повышение квалификации. Дима замерз. Я охренел. Мне ничего не надо, по-моему. Пошли отсюда тогда. Эй, я сюда. Ребят, оказалось проблемой купить нутрилон. У меня больная уже проблема купить. Надо купить сразу 100. О, Илюха нас снимает. Ты что, тоже блогер? Парни, а что вы тут делаете? А у тебя что, канал свой? А? Че, брат, парни? Ну, понимаешь. Мне... Что с камеры-то видео? Ты что с камеры? Слушай, а чего ты общаешься с нами? Слушай, у меня канал свой. У меня свой канал в WhatsApp. Я для сторис WhatsApp снимаю. Есть сторис. Ты что? Сторис в WhatsApp. Ты что? Канала там нет. У меня подписчики, все мои контакты. Канал. О, привет! Смотри, что я тебе купил. Еды. Ты видела, Вет? Чего? А, грамоту мою. Да, ужасно. Я повесил. Нашел, куда положить. Хорошо. Ладно, давайте тогда попадем. Да, да. Да нет, чуть с ней не будет. Сейчас. Тебе чего? Штаны дать тебе? Сухие штаны, да? Трусы новые. Хорошо, если не поздно будет, то наберу. У Димы только что вся жизнь перед глазами пролетела, потому что с работы увольняют и камеру уронили. Нет, вроде все сухо. Все сухо. Фу. Че ты говоришь, что диджей там еще? О. Еще майю чуть не разобрали. Вот это моя медаль, смотри, ФСБшная. Слушай, это прям уровень. Ну вот, ну. А как мне теперь к тебе? Она хоть не шоколадная? Нет, смотри, то что... У тебя звание там даже есть? Сегодня у нас будет горячая ночка. Угу. Ты пораньше поешь, я попозже приду. Он часов 200 потратил, наверное, на это видео, и получилось это. У вас одна ночь будет или разная? Ты пораньше собрался, ты попозже. В разных квартирах у нас будет. Или вы с кем-то делите кого-то? А, да. Нет, просто честно, ребят. Ну ты-то потратил на это, я не знаю, но больше 200 часов. Думаешь, да больше, да нет. Больше, да больше. На то, чтобы сделать для ФСБ это видео, на их столетие. 200 часов? Да ну не 200, ну дня 4. Да больше, Никит. Ну не знаю. Вы сидели, тут и сидели с Лехой. А, и на даче мы даже. И на даче вы сидели, и ты ездил, снимал, и там еще... В итоге вот что он получил. И в итоге мне дали медаль и грамоту. Ну, грамоту. И грамоту. Это не грамота, это благодарность. Благодарность. Слушай, нет, здесь просто такие структуры, что главное иметь, как говорит мой отец, доступ. К чему ты сейчас имеешь доступ? Ни к чему. К твоей жопе доступ сейчас имеет. Да. На бизнес-ланч. Да, бизнес-ланч. KFC. KFC, это было бы круто вообще. Нас сказали, отведут на бизнес-ланч в кафе, в которое все чекисты. Че? Медаль дали. Какие деньги, Дим, ты о чем? Что случилось, гномик? А? Блин, ты Миша опять что-то сожрала.
Там такая вонь просто под диваном, ты же себе не представляете. Куда пошла? Нет, Миш, нельзя туда. Это рыба воняет. Фу, блин. Иди, 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 давай. Иди. Блин, ребят, это вообще прям какой-то фу. А? Вот смотри. Смотри. Там облом, что просто так от не достанешься. Нужно опять отодвигать диван. Я купил, знаешь, что попробовать? Там в комментариях написали, что я что-то медовое хочу. Я купил медовуху попробовать во Вкусвилле. Вета говорит, что предполагает, блин, у меня прическа такая, мне волос стало здесь много, здесь мало, и какой-то я этот, как виноград стал. Действуют эти капли, да? Может и действует. Не пользуешься последний. Ну, через раз. Вот я купил медовуху, она стоит 178 рублей. Вот эта вот бутылка. Еще 100 рублей можно бутылку вина неплохого купить. Мне, честно говоря, ужасно не нравится эти стиль, вот этот этикет. Как в советских книгах кулинарных. А вам как вот этикетка не такая? Знаю, как-то очень, не знаю. Ну, советский такой, ну что да. Это? Ну что? Хочешь попробовать? Нет. Оно не газированное даже. Это, знаешь, похоже на... Ну просто... Ну попробуй. Тебе правда не понравится, мне кажется. Сейчас заглядывает. Короче, медовая водичка с алкоголем. Я же а, ты же мед не любишь. Ну, второй раз я это точно не куплю. Когда я покупал сидр, я его вылил. Это я не знаю, я пока попью чуть-чуть еще. Он не газированный даже. 6 градусов и сладкий очень. Я просто не знаю, я не думаю, что есть фанаты вот этого напитка, который покупают за 178 рублей вот эту вот бурду. А мою руку можешь? По-плохому не научит. Круто. Ну, что бы я ни говорил про эту медовуху, но я ее всю выпил. И после того, как выпиваешь полбутылки, думаешь, что может еще пойти одну купить. Наверное, там и медовуха. Что вначале что-то не очень, а потом так весело становится. Господи, сколько же ржать-то можно. А то же посерьезнее, по-моему, да? Все-таки ребенку год уже скоро будет, а я все еще... Не, нифига. Эмма, ты сейчас будешь кашку кушать? Опять? Да? Застеснялась? Кашку кушать будешь? Эмма будет кашку кушать, а мы будем сегодня блинчики на масленице кушать. Вообще. На двух сковородах. Сковородах, да? Угу. Пузо набило? Оп. Оп, ты быстрее, оп, 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 опа. Сумасшедший. Залезет в машину. Ой, кто-то уже здесь. Нет, нет.
Нет. Да, говорит, да. Опа! Да. Хумус. Посмотрите, целый килограмм хумуса. Ой, ну вот теперь чувствуется масленица у нас. Ты кто? Я? Масленица. Пришел? Пришел. Вообще, Вет, супер блины получились. Супер. Супер. Давай как-то по центру что-то поставим. Блины? Ты сама их поставила ко мне. Ну что, рыбу сюда впендюрила. Ну, рыба в центре, блины с краю. Как положено. А ты не ешь с рыбой блины. А вы с чем любите блинчики? Эмма. Эмма с рыбой любит. Тебе ура, ребят. Отвалился дворник вообще с концами просто по дороге. Сейчас пойду куплю новые дворники. Все-таки пришло время купить дворники новые. Хорошо, мимо рынка ехал автомобильного. А заодно можно купить фильтры и сделать его машину. Это, ребят, автомобильный рынок. Вот такой вот огромный у нас в Москве. Две части. Одна с той стороны и другая вон с той стороны. Мне он на второй этаж надо. А у вас много дворники на Citroёn C3? Затарился. Оригинальные щетки. Девочка такая. Дядя. Да-да, это я. Привет. Привет, скажи. Привет, это я, Эмма. Один, неси меня. Какушка. Закрыли наконец-то Стокман, и теперь придется идти по кругу. А я вообще думал, там одежда посмотреть в Стокмане. Ботинки ей потом поудобнее наденешь. А Денис написал, что ты похудела, ведь? Денис написал, что ты похудела. Ты рада? Ну, конечно. Теперь только я толстый остался. Ну, кстати, Вет, я тебе скажу, что стойки удобнее коляска, конечно. Вот как ни крути, а действительно удобнее. Сколько у нас? Час? Да. Да? Ребят, Coca-Cola какую-то акцию устраивают, бесплатно Coca-Cola выдают. Можно халяву Coca-Cola попить, а зеро. И какой-то лайк поставить. Пошли посмотрим. Это дегустация нового молочного вкуса. Это вообще прям новое. Да, прямо новое. Просто попить. Ну, типа, просто попить, если вам нравится, жмите лайк. Но она сладкая все равно. Ну, конечно, она сладкая, там же подсластители. Coca-Cola всегда была Coca-Cola. Спасибо. Вот так, ребят, видите? Что-то новое придумывают. Но она как была приторной, так и осталась приторной. А у нас привал с булочкой. Устали ходить. Я ходить устал, она сидеть устала. А Вет еще вон Соня там сидит. Да? Да? Вот здесь вот. Кто тут у нас? Кто у нас тут? Нагулялась? Нагулялась. Привет. Что ты делала? Рассказывай. Что ты делала? Ну вот, уложу хорошо. То есть не надо переукладываться. Ну, может, и меня пострижет? Мне кажется, надо к нему голову записаться. Получается, стоит сколько? 2900 у него? Ну. Ну, это женская. Значит, там можно дешевле. Ну, как Серега раньше стоил. Ну, да. Он у них, типа, главный стилист в этом салоне. Ага. Ну, вот, постригли. Довольны? Да, что делать надо? Оплатить. А. Что делать? Серьезно? Серьезно? Такие вот яркие мужские носки, может, посмотрите для себя. Они все подходят, они размер ван сайз. Тогда вот с китами и с этими... Киты еще, кстати, синие есть. Да. Нормально, серые. Серые, красивые. Да, и фламинго, да.
Ой, ты мне на 20 февраля даришь сейчас? Класс. Ты сам себе только купи. Спасибо. Впереди пост, ребят, поэтому сейчас можно немножко сорваться. Кто постится? Пишите в комментариях. Давай, блин, с чем угодно можно делать. Даже с томатной пастой. Так, у нас есть 20 минут, и нам надо будет тестовый. Ребят, мы сейчас будем готовить блины в прямом эфире для Мосагро холдинга. С помидорами блинчики будут. С помидорами? Ну, в общем, что-нибудь приготовим вкусненькое. Поэтому можно подключаться к прямому эфиру и смотреть. Ссылочка на запись в описании. Значит, соль, сахар я достала, мука, яйца, молоко. Возможно, я зря убрала чайник, потому что молоко очень холодное. Поставим, что? Ребята, осталось 7 минут до начала прямой трансляции. Мы все очень переживаем, потому что Алиса сейчас будет готовить блины. Самое смешное, что это потом смонтирует, через 2 недели выкинет. И люди будут ждать. Где посмотреть? Люди будут ждать прямой трансляции. Мы уже съездили давно, она пишет, счастливой поездки. Так что, ребят, вы сейчас поймете, насколько задерживаются влог. А я вот этот кусок ставлю, вот в сегодняшний влог. Сегодняшний влог ставлю. Что ты ставишь? Ну вот то, что сейчас будет прямая трансляция. А вообще, слушай, я лучше стрим сейчас сделаю. Все-таки. Ребята, сейчас я буду устраивать стрип. И тут включается Том Джонс. Ребята ему отвечают. Том Джонс включается. Или нет, лучше Джо Кокер. Джон Томпсон. Пахнет потрясающе, ребят. У нас сегодня все пахнет потрясающе. Так, у меня получилось из двух кабачков 5 оладушек. На самом деле на двоих не слишком больших людей этого достаточно. Все, процесс жарки идет. Можно даже ненадолго отойти и пока, например, порезать огурчики от московского и помыть салат, который будем добавлять в блинчики. Так, у меня тут постепенно формируется свалка в раковине, но это ничего. Это рабочий процесс. Так, доска и нож у меня уже готовы. Откроем новую пачку свежих огурчиков. Никит, смотри, идет мастер-класс, меня Лиза учит готовить. Да ладно? Да, прикинь. Будем таким ножом резать? Да. Да, ну ты что? Оп. Видала? Что могу? Смотри, значит, начинает резать, потом будет остается снимать. Жить. А еще оладьи есть. Ух, оладьи. Да, оладьи надо, сметану только не надо. Оладьи. Да. Оладьи-то отъедаете? Их надо со сметаной. Можешь со сметаной, конечно. Сейчас куда-нибудь. А у нас тарелки даже он не тронутые еще стоят. Самое вкусное это попробовать. Как говорится, попробовать. А где? Сметанка. Вон сметанка стоит. Видите, вон сметанка стоит, Денис, как далеко. А сметанку нам предоставил магазин «Вкусвилл». Мы ее купили за свои деньги. Рыбу с волосами теперь продают. Прикинь. Да ладно, волосатая в пачке, да. Рыбы, офигеть вообще. Сначала думали мои, но оказалось ты не мои. Миш, иди сюда. Ники, иди сюда. Уж эти рекламные агентства. Чуть скоро опять будем ждать денег. Я уже планы себе построила на эти дела. Хотя бы на часть. Я тебе часть дам. Заранее. Вид. Часть. Ну ты сказал, хотя бы начать. Я воспользовался этим. Давай, Дим, выбрасывай блины. Спасибо тебе. А Дима закрутил блин, начал его резать, а там волосы прям с него попали. Ну хватит уже. Ну какой-то один волос, видимо, этот, Марья Ивановна, седой. Марья Ивановна, он тоже черный. Сначала думали, что мой. Да? Муж ее, значит, длинноволосый. А Юлия Ивановна. А Юлия. Представляете, в упаковке вакуумные волосы.
Вет, ну как тебе вообще в стриме? В прямом эфире. Нормально. Нормально? Удобно? Угу. Понравилось? Мне не понравилось говорить через слово «как холодно в московский». Да. Вот это странно, но они да, радовались. А потом ты говорил «московский», просто они «московский». Делали тогда? Я делал так «yes». Yes. Я говорил просто московский, потому что все знают его как московский, это слово агрохолдинг. А девчонки написали, что спасибо агрохолдингу московский, что официальная часть закончилась. Давайте, если плечики круглые вставим, модно, ты как будешь ходить. Сиськи надо вставить. Сюда, на сиськи, сюда плечики. Видишь, сразу плечики на место встают.